Суток, с вами Виктор Дулин, 8 июня, июля 2015 года. Итак, к заливке бетона на перекрытие между вторым и третьим этажом 4 квадратных метра, вернее 4 погонных метра длины между вот этими двумя столбиками и 2,5 метра ширины, итого 10 квадратных метров, куда должно уйти 2 кубометра бетона толщиной 21 сантиметр. Первый слой камней под арматуру, в качестве которой выступают вот эти железные плиты, уже заложено везде. Опалубка также поставлена. И теперь остается только приобрести цемент 10 мешков и начать заливку. И вам таких же дешевых вариантов строительства экологических домов.